Этот дом, этот храм по-особому дорог всем нам. В нем покой и уют, в нем обычные книги живут. В них стихи и романы, сказки и драмы, корни и кроны, птицы и гномы. В них про Пушкина голос, про хлебный колос, про непогоду и наши невзгоды. Молодой и седой, все приходят в тот храм непростой, посидеть, почитать или новое что-то узнать. Про стихи, про романы, сказки и драмы, корни и кроны, птицу и гнома. И про Пушкина голос, про хлебный колос, про непогоду и наши невзгоды.